Португалии. Этот матч Аякс-Милан признавался центральным в первом туре. Перед этой встречей Аякс уверенно дважды в чемпионате Голландии обыграл своих соперников и пребывал в прекрасном расположении духа. Чего не скажешь о футболистах Милана. Сразу 9 ведущих игроков суперклуба не смогли выйти на поле. В первом тайме шла упорная вязкая борьба. А во втором футболисты Аякса все-таки расшатали оборону итальянцев. Рональд де Бур после великолепного паса юного Клюйверта открыл счет. Итальянцы бросились было отыгрываться, но все их попытки перехватить инициативу Аякс благополучно пресек. Великолепно играл Марк Овермарс. Это после его прохода и точной передачи на правый фланг финн Яри Литманен поставил точку. 2-0. Здесь не очень удачно сыграл ветеран Милана Франко Боррези.